Итак, место первое у Алины Кабаевой. На Килым запрошуется Чащина Ирина, Россия. Ира Чащина в последнем виде упражнения. Подождем оценок судей. Браво с булавами выконала Чащина Ирина. Подождем оценок судей за упражнение Иры Чащиной. А сейчас ждем судьбы второго места, да и также первого места чемпионата. Дорогие россияне, мы поздравляем вас с пятикратной чемпионкой Европы Алиной Кабаевой. Анна Бессонова на втором месте. С чем мы тоже ее поздравляем. Ждем выступления Альмудены Сид и ждем судьбы третьего места. Да, конечно, Россия... На этот раз слабая, прекрасная ее половина отлично стояла за отечество. И в командных соревнованиях, и в индивидуальном многоборье.
Альмудена Сид. Праву сестричкою виконала представниця збірної команди Іспанії Сид Альмудена. Ждем выступления еще одной представительницы украинской школы художественной гимнастики Натальи Годунко. Ждем с нетерпением, потому что, конечно, очень болеем за Иру Чащину и желаем ей успеха на этом чемпионате. А вот и ее оценка. Третье место. На Килимі Годунко Наталя, Україна. Праву з обручем виконала Годунко Наталя, Україна. Великолепна підтримка болельщиків України, українських гімнасток. Вот пятое место Альмудена Сид, она довольна, по-моему. Нам осталось с вами посмотреть выступление двух белорусских гимнасток. Первая от Светланы Рудаловой. Thank you.
Управу з м'ячем виконала Рудалова Світлана, представниця збірної команди Білорусі. Сейчас мы с нетерпением ожидаем оценки Натальи Годунко. С нетерпением, потому что четвертое место у Натальи Годунко. Мы поздравляем Ирину Чащину с ее третьим местом. А всю российскую гимнастику с великолепным выступлением на чемпионате Европы. Последняя участница... Инна Жукова, Беларусь. За несомненное удовольствие, которое они доставили нам своими выступлениями. Изысканность, грация, красота, все это было. А то ли будет на Олимпиаде. Ждем.